Всем доброе утро. Вот от этих лапок, утиных, как утка делает лапки. Назад, назад лапки. Ну, че ты тут задумался, Баксик? Че ты тут задумался, маленький? Только проснулся. Маленький мой, проснулся. Басенька, ну посмотри, Басенька, сюда. Баксик, маленький. Скажи всем привет, доброе утро. Ну, моська. Смеюсь, да и только. Сейчас пришла клиентка пожилая. Она постоянно у меня обслуживается. А тут она что-то долго была дома и не выходила. Я ее вот, ну, проходит раньше, здоровается. Нет и нет, нет и нет. Говорят, она плохо себя чувствовала. Что-то с ногами у нее не ходила долго. И вот она говорит... Так разговаривает, интересно. Пошла до фикс-прая за туалетной бумагой. До фикс-прая. Я говорю, фикс-прайс. Угу. А у тебя что, пин-код надо? У меня нет пин-кода. Я говорю, ну у вас сертификат есть. Приходите. Вот сейчас придет. Ну, я не могу. Пин-код нужен. QR-код. Пин-код. Говорю, возьмите сертификат. У вас там указано, что вы делали прививки. А она сделала прививки. Потом через полгода ревакцинировалась. Потом сделала от гриппа. Там вообще вся в пин-кодах. Смеемся. Сейчас придет на покраску и на стрижку. За краской пошла домой. А я потихоньку отхожу от своей процедуры. Во рту конфетка. Извините. Просто хотела поделиться такой смешной это клиенткой моей. Она вообще юмористка. Но зарядку я пока еще, правда, не делаю. Хожу прям в топе в своем поддерживающем. Такой топ у меня тут с такими бретелями. Такой топик. Он прям держит хорошо. Там крест-накрест. Вот. Покупал я его для фитнеса. Фитнесом пока нельзя заниматься. Вообще зарядкой заниматься пока нельзя. Может позвонок уйти опять в сторону. Терплю. На ночь пью Nice. Обезболивающее. И вот немножко так вот себя раскачиваю. Раскачиваю тазом. Немножко так. Идет моя клиентка с пин-кодом. Ну что, все взяли? Сертификат прибыл. А пин-код? Ну понятно, все, что вы достаете. Вы его. Боже мой, его ламинировали, что ли? Нет. А, там полис. Ну, раздевайтесь, краску внимайте. Иду с работы. Смотрите, увидела огоньки уже на окнах. И здесь тоже некоторые вот огонечки светятся. У кого-то тоже вот огоньки. Голубые. Что-то плохо видно, кстати, на видео. Так огоньки видно. Ну, в общем, скоро будет Новый год. Чего такое? Банан я съела. Мал дали. Ай-яй-яй. А что такое? Басенька! Ай-яй-яй. Маленький. Злится. Злится.